Да-да, у нас обновление. Обновления мы дождались. Будут у нас динозаврики. Уже на следующей неделе, в субботу, у нас будут динозаврики, ребятки. А нам уберут австралийские яйца и будут динояйца. Ну что же, пойдемте посмотрим быстрее, появилась ли дата, убрали ли вопросики, да? Пойдемте скорее посмотрим. Ну что же, бежим, бежим скорее смотреть. Там-та-дам! Там-та-дам! Почему-то вопросики так и остались. Может быть, в понедельник нам уже здесь напишут, да, что-то? Что как бы неделя остается, да? Или в субботу, наверное. Наверное, в субботу, ребят, уже напишут, да? Ладно, давайте я пока куплю яйчики австралийские. Чтоб они у меня были. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Ребят, купила пока 10 яичек. Буду еще денежки копить. И потом приобрету еще, наверное, 10. Ура, ура, ребятки, я такая радостная. Ну что же, пойдемте почитаем в Твиттер, да, что же там нам написали. Хорошие очень новости, все переведем и прочитаем. Ну что же, погнали. Да, уже в эту пятницу будет обновление, получается. А в следующую субботу уже будут у нас новые яйца. Яйца динозавры. Класс. Давайте посмотрим дальше. Ребятки, смотрите, действительно яйца заменят. Смотрите, австралийские яйца уберут, а у нас будут новые яйца. Нас просят запастись яйчиками австралийскими, чтобы они у нас были, да? Ребятки, копите денег, очень-очень много. Я уже накопила денежек, вот. Сегодня обязательно куплю много-много австралийских яиц. И, конечно же, будем ждать наше обновление. Ой, ребят, я такая радостная вообще. Представляете? Ура, 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 будет обновление. Наконец-то мы дождались этого дня. Да, в пятницу. Ура, ура. Обязательно я буду снимать видео, ребятки, про обновление. Как я буду открывать яйца, тоже буду все это снимать. Буду открывать сразу много яиц с динозавриками. Вот, так что смотрите, будет интересно. Ну что же, дорогие друзья, вот такие вот у меня новости сегодня. Очень-очень хорошие. Так что радуемся. Ура, ура! Дорогие мои друзья, ну на этом видео я буду свое заканчивать. Как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем хорошего настроения и пока-пока, ребятки!